Поцелуемся? Можно чашку кофе, пожалуйста? Вам какой? Крепкий. Спасибо. Извините. Вы мне не поможете. Просто у меня прослушивание через 10 минут, и я не очень хорошо знаю текст. Можно я вам прочту? 5 минут. Вы только следите, чтобы я не ошиблась. Ладно. Вот, Поль, все кончено. А вы читайте дальше, хорошо? Начинаю. Поль, все кончено. Не понял. Я Жюли, а вы Поль. Вы читаете реплики Поля. Он говорит, не понял. Хорошо. Не понял, не понял. Начнем сначала. Поль, все кончено. Не понял. Какой смысл дальше так жить? Какой смысл? Да, это. А, да, это он ей отвечает. Какой смысл так дальше жить? Какой смысл? Сейчас. Не подсказывайте. Никакого. Никакого? Не понял. Ну да, не очень хорошо написано. Он все время повторяет одно и то же. Поль, я тебя больше не люблю, вот так? Это произошло не вдруг. Я отдалялась от тебя постепенно, помимо своей воли. Не обижайся, не смотри на меня так, не обижайся, прости меня. И тут она встает, идет в туалет, возвращается и говорит, ну я пошла, поцелуемся. Нет, катись. И все. Грустно, да? Да. Еще раз. Поль, все кончено. Какой смысл дальше так жить? Никакого. Я тебя больше не люблю, вот так? Это произошло не вдруг. Я отдалялась от тебя постепенно, помимо своей воли. Не обижайся. Не смотри на меня так. Не обижайся, прости меня. Она выходит, возвращается, но я пошла, поцелуемся. Нет, проваливай. Ну вот вы запомнили. Постараюсь пожестче. Поль, все кончено. Какой смысл так дальше жить? Никакого. Я тебя больше не люблю, вот так? Это произошло не вдруг. Я отдалялась от тебя постепенно, помимо своей воли. Не обижайся. Не смотри на меня так. Попробуйте сказать это с улыбкой. Что? Попробуйте улыбаться. Улыбаться? Но она же от него уходит. Улыбаясь? Боль, все кончено. Боль, все кончено. Не понял. Какой смысл так дальше жить? Какой смысл? Да. Никакого. Не понял. Я тебя больше не люблю, Поль. Вот так. Это произошло не вдруг. Я отдалялась от тебя постепенно, помимо своей воли. Не обижайся. Не смотри на меня так. Не обижайся. Ой, время. Надо бежать. Спасибо.
Но я пошла. Поцелуемся.